В Латвии стремительно дорожают дрова по сравнению с прошлым годом в 1,5-2 раза. Причина – остановка торговли с Россией, Белоруссией и Украиной. И как следствие – рост цен на сырье и повышенный спрос. Подробности у Галины Сладовник. Крупное предприятие в Ропашском крае продает в том числе и дрова. Здесь говорят, с одной стороны, ситуация на рынке дров превосходная, дрова всем нужны и они растут в цене, но с другой стороны, она ужасная, потому что для многих покупателей дрова стали на вес золота. В этом ящике 2 кубометра березовых дров. В прошлом году они стоили около 120 евро. В этом году уже почти в 2 раза дороже. У меня сидят менеджеры и продают дрова. Когда звонит бабушка, которая наша постоянная клиентка, и она реально почти плачет в трубку. Причин несколько. Существенно выросла цена на сырье до 100%, а также на электричество на 40%, говорят на этом предприятии. Сырье для каминных дров подорожало на 40%, говорят на другом предприятии. Я считаю, что один из самых больших факторов – это то, что российские, белорусские и украинские рынки закрыты. Мы только сейчас ощущаем удельный вес этих рынков. Это также начинают понимать наши клиенты из Скандинавии, Англии, Америки, потому что они тоже приобретали дрова из этих стран. Они обращаются к нам, но у нас уже достаточно клиентов. Мы не можем физически производить то, что производили 3 страны. Кроме того, Латвия продает деревья или круглую древесину за рубеж, и на предприятиях опасаются, что может случиться дефицит сырья. Нашему государству стоило бы задуматься, допустим, может быть, о запрете вывоза круглого материала за рубеж. Да и покупательная способность людей не безгранична. Люди увидят, что мешок дров подорожал вдвое, в 3 или даже 4 раза. Они уже подумают, может быть, выгоднее купить экстра одеяло, придумать другой способ согреться, чем покупать так дорого. На предприятиях советуют уже сейчас начинать готовиться к новому отопительному сезону. Мы ожидаем, что цена поднимется. Чем ближе мы будем к сезону, тем дороже будет этот продукт. Это однозначно. К примеру, уже сейчас на предприятии в Ропашском крае очередь на дрова на 3 недели вперед. Галина Солодовник, Занда Озола Балуде, Айнис Купч, Рус ЛСМ.